Андо, блядь, опять задротничает, сука, в тю хуйню. Блядь, там люди видосик ждут, пошли снимать. Ледер, блядь. А, да, погнали. Погнали. Иди позади. Пошли, пошли. О! Ёпты, это чё такое? Сука. Да, братан, ну я тебе нашел. А чё снимать-то будем, а? Что ж на ютубе сейчас модно, а? Ну, там реакции, Майнкрафт и... Ну, второй пункт я, конечно, уже выполнил, да. И чё-то... А, и лайфхаки, точно. О, заебени мы лайфхаки! О, подписчик, болит задницам сидеть? Да, да! А если болит задница сидеть, то просто пересядь на бутылку, и ее обтекающая форма даст наибольший комфорт. Если вот старая карета, которая ничего не тянет, кроме GTA San Andreas, то просто нахер выкиньте его через окно и купите новый. Вот и весь лайфхак. Если у вас слишком плохой микрофон и очень много шумов, выход есть. Возьмите свой грязный, пропотевший, вонючий носок, который вы не снимали неделю, и наденьте на свой микрофон. Частота звука гарантирована. Вы никогда больше не встретите шумы, и будет все просто идеальненько звучать. Алло, здорово, как дела? Смотри, бля, что я тут сделал. Короче, носок налепил на микрофон. Как тебе, охуенно, да? Чё ты сделал носок на микрофон? Ты чё, дурак, блядь? Что делать, если не хватает денег на коврик для мыши? Решение, как всегда, близко. Просто снимите свою грязную, пропотненную, немытую неделями футболку и просто подставьте ее под мышку. Теперь в GTA Vice City будете играть очень удобно и больше никаких рывков вашей мышки и вашей сенсы. Не хватает денег на новые игры, выход всегда найдется. Переходим на этот сайт. О нет, кажется, сценарий жопа. И отдельное спасибо моему оператору, его инстаграм будет в описании. А ну, кому понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь, не забудьте про колокольчик и до новых встреч. С вами был Вайер, пока-пока.